Я сейчас стою на мосту в Зальцбурге. Сниму небольшое видео, специально показать, какие здесь вешают замки. Но пока не дошли до замков, я покажу. Вот здесь такие кораблики плавают. Просто интересно, на этом мосту вешают очень красивые замки. Но, видимо, те люди, которые как бы любят друг друга, да? Сейчас только обзор вот этих замков, а потом еще отдельное видео сниму про мост. Ну давай посмотрим, какие здесь замки. Я вижу здесь красный замок, два сердечка. Женское имя не могу прочитать, Фабиан, по-моему. Женское имя Фабиан, а мужское Эдгар, это два сердечка. Потом вижу оранжевое сердечко. То есть, видишь, оказывается, здесь очень много цветов у любви. А, вот там, кстати, зеленое сердечко. Здесь красное и оранжевое. Вот, потом еще что тут есть. Вот такое перламутровое, очень красивое. Сейчас самое интересное покажу, что нас интересует. Сами прочитайте. На этом мосту были наши. Я имею в виду написано, там где написано Ибрагим и Аня. Я бы сказал, наши в городе. Здесь был даже Ибрагим и Аня. Ну вот тут еще рядом розовое сердечко. Ну, естественно, естественно, и голубое сердечко. Я думаю, вы сами понимаете, о чем я говорю. Ну вот, здесь даже есть голубое сердечко. Что есть, то показываю. Так сказать, даже не буду комментировать, вы, в общем... Выводы сделайте сами. Ну, голубое, розовое, здесь какой хотите есть. Просто сейчас вот обзор по... а вот, да, кстати, Лиза, то билет какой-то, не по-русски написано. Ну, красиво, вот это мне понравилось. Лиза мне понравилась. Блестящая такая. Вот это чисто обзор по сердечкам. Здесь очень много туристов ходят, они, естественно, мешают снимать. Да, вот, кстати, еще такая цепочка, это же вообще непонятно, что такое. Какой-то кодовый замок. Вот такие, значит, замки. Совершенно разного цвета. Вешают здесь весь мост завешен вот такими сердечками. Вот, вот, я вам сейчас еще покажу. Золотое сердечко, Карла и Даниэль. Даниэль вообще... А, Даниэла есть, да. А это Карла и Даниэль. Вот золотое сердечко, очень красиво. Видно вам, наверное. Вот еще есть Ким и Симон. Правда, не... Ну, Ким это я не знаю кто. Это мужчина или женщина. Симон, ну, наверное, мужчина. Вот не могу понять, Ким это мужчина или женщина. Ну, сами судите, Ким и Симон. Здесь ходит очень много туристов. А видео про мост я сниму отдельно. Напоминаю, что это мост в Зальцбурге. Я сейчас в Зальцбурге снимаю, на мосту. Вот. Анна Мария и Лейла. Ну, это понятно, без комментариев. На замке написано Анна Мария и Лейла. 2016 год, что ли, написано? Это так давно висит замок, а, прикиньте? По много лет, а вот этот ржавый вообще замок. В общем, я вам просто показал, что какие замки. Замки очень красивые, на любой вкус. Вот, поэтому вот мне нравится Лиза и
не пойму, кто там, Павел, что ли. В общем, разные тут есть. А, вот Лиза. Лиза и Оливер. А, вот, я прочитал. Вот это мне нравится. Классика жанра. Лиза и Оливер. Вот это мне нравится. В общем, я вам показал, какие замки есть, чтобы вы имели представление. А про мост я еще сниму отдельное видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. А кто подписан, ставьте колокольчик. Я думаю, в ближайшее время будут разные новые видео про различные путешествия. Я так думаю. Вот, Манди и Стив. Ну, это классика. Еще раз покажу то, что мне понравилось. Лиза и Оливер. Ну что, ребята, вот еще коротко показываю, значит, это река. Река в Зальцбурге. Вы уже посмотрели на замки. Еще раз на пароходик. И потом я еще сниму отдельное видео про этот мост. Привет из Зальцбурга. С вами был Эмиль Карлсон.